Атракцион «Колобок» у Гомельским парку снова радует своих наведывальников. Перепынок у работе был связан с инцидентом, что отбылся на проконце червеня у столичном парку Челюскинцев. Там по час руху сломался такой же аттракцион. На счастье, никто не потерпел. Держпромнагляд принял решение припынить часово работу у всех аналогичных каруселей по всей краине с метой проверить их справность. Гомельский аттракцион так само прошел диагностику, по выниках якой признаны беспечным. Аттракцион «Колобок» – один из самых популярных у Гомельским парку. Вымушенное припынение его работы было выкликано надзвичайным здарением у Минску. Позаплановую проверку провели одразу. Аттракцион отдали на диагностику экспертам специализованного предприемства. По ее выниках несправностей не выявлено. Мы выполнили все необходимые мероприятия, предписанные органами Госпромнадзора по его диагностированию. Выполнила эти работы специализированная организация, которая имеет все разрешения и допуски и соответствующее оборудование для исследований. Аттракцион признан работоспособным, безопасным, и мы его запустили снова в эксплуатацию. Проверка аттракциона Гомельского парка проводится что день. И, конечно, что год перед початком сезона проходит плановая диагностика. Ее проводят специалисты аккредитованного предприемства. После того, как выносится заключение, огляд робят сотрудники областного управления Держпромнагляду. Только при наличии положительного заключения вносится решение о дальнейшей эксплуатации аттракциона. Ежедневно в начале работы аттракциона то же самое нашими работниками проверяется на допуск эксплуатации каждый аттракцион под контролем специалиста, ответственного за исправное состояние. Ну и проводится плановое техническое обслуживание согласно графика. Гомельский парк аттракционов что год обновляет перелик забав, и до безопасности тут ставится с всей серьезностью. Пильно сочат как за новыми каруселями и горками, так и за теми аттракционами, которые протягли час радуют наведвальников. В выпадку навод минимальных подозрений у несправности на объекте одразу припиняют работу. Далее все по отповедной схеме. Проверка, заключение, по необходимости ремонт. Евгения Кухаронок, Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио компания Гомель.